капельку привычного земного комфорта. У одного ученого есть даже кошка. Все работают в мире и согласии, на благо человечества. Клушанцев во всех своих космических работах старался угадать, как бы выглядел космический полет в реальной жизни. И ведь действительно угадывал, что, согласитесь, друзья, поразительно. Картина «Планета бурь», 1961 год. Говорить просто, интересно и понятно о сложном – это дар, которым обладал великий режиссер. Как летает ракета, будет понятно даже ребенку. И самое главное, после просмотра фильмов, скорее всего, появится непреодолимое желание посмотреть и почитать об этом что-то еще. Захочется мечтать, представить себя космонавтом или конструктором, причастным к открытиям. Такие фильмы, где с восхищением и любовью показаны достижения науки,